момент наше предприятие имеет несколько новинок. В данный момент это бронежилет «Топаз», который был разработан непосредственно под нужды спецподразделений. Он отличается от своих от наших конкурентов и от наших предыдущих изделий тем, что он является полностью модульным, и его комплект поставки очень обширен. Он имеет все дополнительные элементы, которые раньше носитель приобретал по отдельности. Сейчас имеет полный комплект, он полностью модульный, может устанавливаться бронепластины от 2 до ГВР-5 класса защиты, имеет максимальную площадь защиты, и в зависимости от задачи он может облегчить жилет, сделать его менее защищенным, но более мобильным. Также и укомплектовать его полностью в штурмовом исполнении. Мы используем порядка 90% отечественного производителя. Нашей компании важно участвовать в этой выставке, чтобы показать те или иные новинки, которые наше предприятие изготовило за прошедший год. Также показать заказчику, что наше предприятие не стоит на месте, что мы на плаву, что мы являемся лидером отечественных средств бронезащиты. Также выставка является обратным контактом с непосредственно носителем. Приходят люди, которые непосредственно используют нашу продукцию. Они дают какие-то положительные свои эмоции. Также очень важно знать, если у людей есть какие-то претензии, чтобы понимать, в какую сторону двигаться. Вот. И, соответственно, также посмотреть, что сделали конкуренты, чтобы тоже как бы быть сегодня в тренде.